Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре «Час пик». Ох уж эти пробки! Столько времени отнимают в жизни, так еще и теперь в настольные игры просочились. Скорее помогите красной машинке выехать с забитой машинами парковки. Внутри коробки поле с машинками и даже мешочек, в котором можно хранить или перевозить игру. Задания для игры расположены внутри поля в специальном ящичке. Выбираем одно из них и располагаем все машинки так, как показано на карточке. Теперь наша задача – выехать с парковки на красной машине. Для этого мы можем перемещать автомобили на парковке по прямой. Ехать они могут вперед или назад, до первой преграды. Как только выезд свободен, задание выполнено. А если вы совсем запутаетесь, можно заглянуть в ответы. Час пик – это головоломка на перемещение элементов, которая наверняка будет интересна не только детям, но и взрослым. А яркие машинки обязательно придутся по душе будущим водителям.